этом вот, из этого окна, да, мы здесь были, да? Да. И они тут его начали бить, но кто-то его хватит, мол, или кто-то его оттащил. Ну, одним словом, я же тут не знаю, в каком состоянии. Я говорю, как он жив? Он говорит, жив. Ну, слава богу, он говорит, жив. Ну, там переломы, наверное, ушибы. Он из этого этажа со второго прыгнул, да? Нет, с третьего. С третьего. Вон, видите, вон там же кровь. Вот, наверное, кондиционер. На кондиционере кровь. В него стреляли? Наверное, конечно, было ранение. А вот на самом пятом, я не знаю, там, по-моему, тоже как и тыкло, но мне не видно. А вот этот вот, где выбиты, понимаете, вот сюда левая сторона. А потом вот еще, смотрите. Смотрите, вот здесь тоже. И с того вида скапал или что, вот видите полоски, вот это же тоже, по-моему, кровь, и там вот на тоже. Каком этаже? Это вот на этом, здесь, над этим, и потом над тем, но больше всего, конечно, вот над этим, здесь, потому что видно, когда он, и сбоку, и вон сбоку, видите, вот где кабель проходит, там тоже забрызгано. Может, он как бы хотел спуститься, перепрыгнуть сюда, я не знаю. Ну, третий этаж, вы посмотрите, какой. Это, конечно, перелом. Это же... Хотя вот прыгали ребята с перелома, но они живые оставались. Но их начали бить, но некоторые оттаскивали или кричали, хватит, не надо. Вот были такие те, которые, знаете, ну, может, какое-то сочувствие там и это самое было. Там-то они закончали, всех кончали. А здесь уже, может быть, и люди стояли, или там еще кто-то. Я не знаю, но одним словом, видите, вот это стекло, все это летело. А там они не доставали, видите, коктейли молота. Сюда кидали, туда, и не долетало, не влетало туда, в это все. Ну, поэтому они вот изнутри стали поджигать. Да, изнутри поджигать. Да, изнутри все. Да.